пятницу. Привет. Давай поговорим. Нам не о чем говорить. Премьера. Может быть, поужинаем вместе? С удовольствием. Она все равно ко мне вернется. Давай начнем все сначала. Живи уже своей жизнью. Он же меня предупреждал. Сквозь слезы к счастью. Я все время думаю об одном человеке. Это лечится. Есть одно экспериментальное средство. Поворот к счастью. В пятницу в 19:00. Домашний главный женский.